Понравилось, что не понравилось? Ну, отдых на теплоходе прекрасен. Мне понравилось все, начиная с погоды, кухни, с молодых людей, которые постоянно нас поднимали, толкали вперед. Что за борт не выбрасывали. А остальное, ну все прекрасно. Ничего не могу сказать по поводу. Спасибо большое, аплодисменты. Нам это очень приятно слышать. Значит, в следующем году увидимся с вами. Стараемся. Хорошо. Ну и, конечно же, сейчас... Для того, чтобы узнать победителя, на сцене появляется золотой конверт. Как вы думаете, кто победит в номинации? Есть такие номинанты Ксения Собчак и Иван Ахлад.